На одной из улочек Милана можно увидеть то, что стало своего рода местной достопримечательностью. Уже 9 лет здесь можно купить вот такие керамические изделия. Это увеличенные копии маленьких пластмассовых футболистов из настольной игры «Сабутео». Ей увлекались еще с середины 40-х годов прошлого века. Автор идеи – мастер Стефано Пуццо. Игроков много. Самые важные – Леонардо Бонуччи, Мауро Икарди, Альваро Моратта и многие-многие другие. Эти фигурки на полукруглой основе высотой около 30 сантиметров. Ими, конечно, в настольный футбол не поиграешь, но зато они могут украсить письменный стол или гостиную. Такие есть у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони или у нападающего клуба Челси Альваро Моратты. Подготовили фигурку и для Криштиану Роналду. Вскоре ее собираются ему отправить. Автор говорит, что любит все свои творения, но одно особенно. Жуниор – игрок бразильской команды. Я помню, что он в 82-м играл против Италии, и мы выиграли у Бразилии. Это воспоминание моего прошлого. Предприятием владеют Стефано и его брат. Они сотрудничают со многими компаниями. При этом мастер говорит, что создание фигурок – это скорее не бизнес, а занятие для души.